Несмотря на сохранившуюся вывеску, региона на Туркестанской больше нет. Надо отдать должное, в этом здании телеканал проработал 24 года. Впрочем, ушли мы недалеко. Теперь мы расположены в новом доме на улице Тимирязева, 16, и занимаем здесь целых 2 этажа. Отсутствие вывески у нового входа – лишь вопрос времени. 14-этажный дом как маяк между улицей Чкалова и Туркестанской. Это здание ни с чем не перепутать, а потому найти нас не составит труда. Первый этаж занимает коммерческий отдел, и пусть говорят, что понедельник – день непростой, даже несмотря на смену дислокации. Наши люди уже трудятся, не покладая рук, ожидая ваших звонков, заказов и пожеланий. Пользуясь случаем, хотелось бы пригласить всех наших клиентов посетить наш новый офис и, соответственно, сделать определенные заказы на декабрь месяц. Торопитесь, времени осталось очень мало. А вот и сердце региона. На втором этаже разместилась редакция новостей. Как всегда, чтобы подготовить этот выпуск к эфиру, журналисты проделали немало работы. Кстати, у нас в редакции появилась новая сотрудница – кошка по кличке Пиар. Она первой шагнула в новые двери. Ну а мы напоминаем, телефон службы заказа объявлений 509-104, телефон редакции 509-103, номер телефона коммерческого отдела 509-100. Иван Бер, Станислав Доминов, «Наше время».